Лен, привет, привет, привет. А я начала тут с новыми бусиками работать. В общем, вот эти бусинки, которые мне подарила подружка, вот я их так разложила. И, в общем, так было нечего, в принципе, показывать, поэтому я решила набрать вот такую кисточку и показать уже, что у меня получается. В общем, я отобрала бусины, сложила их как бы по-радужному. И вот с конца цепочки я взяла, у меня есть вот такая цепочка, цепочка О. И я с одного конца нанизала вот так вот бусинки, сделала вот такую кисточку. Потом взяла второй конец цепочки и подцепила ее вот сюда. И теперь буду продолжать с обеих сторон. Вот здесь она замкнута в конце, эта цепочка, ну то есть в кольцо. Ну и потом уже, как бы, когда нанижу остальные бусины с каждой стороны, я обрежу уже, как у меня получится нужная длина. Ну, в общем, такие простые бусики. Меня натолкнуло на эту мысль такое радужное колье, которое я увидела в украшениях Стивена Уэбстера. В общем, решила себе сделать нечто подобное. Ну, а что получится, я, конечно же, покажу. Оно такое простенькое, сделаю я его быстро. Ну все, встретимся уже с готовым колье. Ну вот, мои простенькие бусики готовы. Вот такие они получились в итоге. В общем, взяла я цепочку. На цепочку я прицепила, накрутила вот этих бусинок. Это вот те, которые специальные пины для того, чтобы их накручивать на бусины. Ну, в общем, получилось у меня вот такое радужное ожерелье. Ну, такое оно, конечно, неоднозначное. Мне хотелось вот эту вот штуковину сделать немножко погуще. А таких бусин, вот таких бусин у меня было не так уж много. Поэтому я добавила сюда вот такие всякие разные бусины. Вот. Вот такие всякие разные. Кругленькие и такие вот бочоночки, как трубочки. Ну и получилось вот такое ожерелье. Ну, конечно, его нельзя сказать. Нельзя назвать идеалом красоты. Но, тем не менее, оно имеет право на жизнь. В общем, вот такое получилось ожерелье. Здесь ничего сложного. Вот так я сделала это все дело. То есть я взяла просто саму цепочку, в нее вставила вот такие вот более кругленькие, более крупные колечки. Вот их три штучки, чтобы можно было регулировать по длине, потому что сама вот эта цепочка О, она у меня такая не очень крупного диаметра, и туда не очень хорошо влазит замочек. Поэтому я сделала вот таким образом. И вот одна бусинка у меня, она была непарная. Вот, и я ее сюда, даже не сколько непарная, а сколько как бы, ну, белый цвет, он же не радужный. И вообще, как бы, считается, черный и белый цвет – это оттенки, это не цвета. Цветов основных как бы 7, да, мы их знаем по радуге. Ну, в общем-то, вот такая бусина у меня оставалась, она такая даже не совсем белая, а сероватая. Ну, я ее сюда повесила в качестве завлекалочки. В общем, вот такое получилось колье. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь надену, может быть, когда-нибудь выйду в нем. Хотя я уже один раз в нем выходила. Вот такое незамысловатое колье из бросовых бусин. Ну, все. На этом я с вами прощаюсь. Всем желаю всего самого-самого наилучшего и всем пока-пока-пока-пока.